ураган, о котором, наверное, не хочется даже говорить слишком много слов. Я скажу название этого варгана и скажу, кто автор. Тимир Хамус Хаматова. Варган изумительный, очень красивый, вороненная сталь. Сделан очень изящно, и звучание его просто повергает, знаете, такой дикий восторг. Он очень хорошо заводится от дыхания. Это, наверное, его особый такой плюс и изыск в этом заключается. Ну, просто варган, о котором хочется говорить много слов, но лучше играть на нем. Тимир Хамус Хаматова.